мы подошли к этому вопросу очень основательно. Мы готовились несколько дней для того, чтобы одесситы, гости нашего города, абсолютно безопасно и комфортно чувствовали себя на территории пляжа Ланжерон Приморского района. Было установлено две палатки, мужская и женская. В каждой палатке был обогрев. После того, как люди переоделись, была выделенная тропинка деревянная для того, чтобы комфортно люди смогли пройти к морю. В вечернее время были установлены несколько фонарей, больших прожекторов, которые делали купание безопасным, и курсировали спасатели на лодке для того, чтобы те люди, которые заходят в воду окунаться, были все время под присмотром специалистов. Затем люди могли абсолютно спокойно и комфортно переодеться в сухую одежду. Рядом были установлены дополнительно палатки и мужская, и женская, и точно так же были бани. Перевозные, скажем так, передвижные, и мужская, и женская. Те, кто хотели, могли себе это позволить. Около 10 тысяч человек вчера приняло участие в крещенских купаниях. В 2 часа 14:00 батюшка отслужил службу, благословил всех. И, по моему мнению, мнению специалистов, в этом году мы справились с вопросом очень достойно. Да, в этом году действительно намного больше людей, наверное, из-за, скажем так, погодных условий, что не было так холодно. И в средствах массовой информации, и на моей личной страничке мы получали огромное количество комментариев с благодарностью о том, что все было организовано действительно четко, современно и очень комфортно.